А? Чё? Я чё, в лифте? Как? Да ну нафиг! А где? Как это 12-й этаж только? А ещё одна кнопочка? Чё за конь я выдрал? Всё, звоню в службу спасения. А? Ты на каком языке разговариваешь? Блин, ты сама понимаешь, что ты базаришь. Короче, выход у меня только один. Едем на 12-й. О, наконец-то почти доехали. Какого? Чё за дичь вообще здесь происходит? О, курточка моднявая. Ну-ка я её сейчас... О, слышишь, мужик, давай-ка я тебя приодену. Лови. Теперь хоть на манекен похож, красавец. Все девчонки будут на районе твои, ага. О, круженца. Это чё, мне, что ли? Хм. А чё пустая-то? Чаю бы хоть налил. Гэ, гостеприимство. Блин. Чаю мне налей. Эксплоры. О, нифига себе. Кнопки появились и кружка вернулась. Твоих рук дело, а? Чаю налей. Покеда, сырожа, кривая рожа, я погнал. Благо теперь выбор хоть есть. Целых 6 кнопок добавилось. Хм, куда бы поехать-то? Да, сложный выбор. Отсюда мы приехали. А на втором у нас что? О! Кладбище! Огонь, едем. Круто, когда в лифте есть музло, можно подынсить. Сим-сим, откройся. Вжух. О, прикинь, реально кладбище. Ёкарный. Эй, есть здесь кто? Не знал, что в бизнес-центре есть свое кладбище. Как-то становится стрёмно. Ты посмотри, какой здоровенный замок на воротах. А чего же он оберегает? Так, надо нажать. А, фух, закрыто. Не, я не понял, а что это закрыто? Почему мне нельзя туда пройти? Я хочу там, может, навестить кого-нибудь. Ну вот. Ладно, поехали на другой этаж. Например, на третий. А, пяточки поджигает. Становится горячо. О-о-о, нифига себе. Смотри-ка, там шлем есть. Как раз для нашего космонавта, только я его что-то достать не могу. Ага, факел здесь явно неспроста, только я его взять не могу. Блин, как же здесь потно. Там что, на... О, какие деревья здоровые. Да, но здесь явно никого нет, и я такое ощущение, как будто в преисподней нахожусь. Не дай бог Люцифера еще встретить. Ладно, пора ехать отсюда. Давайте, покеда. Так, едем на четвертый. Кто не любит джаз, пошел в первый класс. О, здорово! Уки будешь, какой маленькой растенице с глазками. Будешь кружку? Да, старина, я то же самое сказал, когда мне пустую чашку дали. Но, в отличие от того космонавта, я гостеприимный. Я сейчас найду, чем тебя угостить. Так, у нас есть кофейный аппарат. Сейчас мы, может, тебе кофейку нальем. Ну вот, уже не пустая кружка. Держи, дружище. Опс, что-то пошло не так. Фу-фу-фу-фу-фу-фу. Ты что на меня взблевнул? Офигел, что ли? О, а это что за фигня? По-моему, это отвалившийся этот кондиционер. Ладно, давай, короче, еще кофейку наберем и поедем отсюда. Лицо теперь болит от этого горячего кофе. Так, значит, едем на пятый. Снеговик! Хе-хе-хе! Тут прохладненько. Приветище! О, мне, кстати, нужен твой обуток для моего космонавта. Слушай, дай ботинок. Вай, вредный какой, а! Смотри-ка, лопата в глыбе застряла. И не оторвать ее. Пар изо рта идет, смотри. Видал, да? Круто! Прям как настоящая зима. А ну-ка, если вот так. Нет, горячий кофе не растопит эту льдину. Может, тогда ты будешь? Держи! А чё нет-то? Сморщился, как огурец. Согрелся бы хоть, а то дрожишь весь. Ладно, поехали на шестой. О, ты посмотри, как двери лифта заледенели. Опачки, спим на работе, да... О, смотри, у него ключ есть. Ну-ка, разбудим-ка тебя кофе горячим. Оп, держи. О, вот это реакция. А, мои уши. Ну ладно, хоть ключ отдал. Ключик у нас есть.
Эй, строитель, хорош долбить! Да, похоже, это бесполезно. Ключ уберу пока сюда. Слушай, а может ты мне каску еще отдашь, а? Не, каску не отобрать. Ладно, я-то... А, погоди. Смотри, что там со стеклом. Оно почти разбито. Ха, с ним явно что-то можно сделать. Ой, все, у меня уже уши болят. Погнали отсюда скорее. Куда едем-то? Так, наверное, на второй поедем, да. На кладбище? Ага, не ждали, да? А я, между прочим, с ключом приехал. Счастье, мы вас откроем ворота. Так. Ох, наконец-то, да! А здесь есть Дракула? Вай, батюшки, могилка! Что там? Там написано РИП? Лопаты нет, поэтому я пальчиком покопаюсь. Давай-ка двумя. Раскопки идут полным ходом. Да, не глубоко раскопал. Я поехал искать лопату. О, старина, ты пить хочешь? Поеду у снеговика спрошу. Может, он мне отольет немного своего потаявшего снега. Как же мне с тебя ботинок снять? Воу-воу-воу! Все попадало! Нифига себе, это же тот дятел там долбит сверху, которого я кофем напоил. Эй, у вас со соседям не мешай, а? Снеговик вообще в шоке. Да тихо ты, тихо, не парься. Кстати, вот и лопату раздобыл. Ладно, старина, давай, мужайся тут. Ой, господи, ладно, поехали отсюда. Бай-бай. Ну-с, пришло время немножечко поработать лопатой. Что же у нас там спрятано, а? Лопата сломалась, вот блин. Единственная лопата была, моя прелесть. Ладно, давай череп достанем. Какой ты страшный. Выкинуть он нафиг. А то пальцы еще откусит. Куда же поехать-то с этим черепом? Это все, что у меня есть. Ну и лопата сломанная. Давай-ка на третий. Салют, пекло. Черепуха, а ну-ка пошли со мной. Достань мне вон тот факел. Достань тогда мне шлемак, вон тот. Да. Без вариантов, короче. Чё ж мне с вами делать-то? Куда ехать? Опа! Эй, череп! Ты чё там материшься? Не матюгайся мне тут! Понял? Откопал на свою голову бомжатский череп. О! Прикинь, лопату поджёг. Ништяк! Кажется, я знаю, что с ней делать. Эй, старина, я тебе погреться притащил, держи! Ой, прям под пукан! Ой! Чё ж я натворил-то? Чё-то я немного переборщил, как бы... Ну, зато у меня есть сапог. Так, это сюда. И шляпенция. Огонь. Почтим память снеговика. Амынь. Ну, по крайней мере, ты теперь не будешь от долбежа мучиться. Ладно, пока. Надо сапог завести. Едем на 12-й. Ух, здорово, кривая рожа. Я, между прочим, привез тебе сапог. Вот скажи мне, пожалуйста, как ты, манекен, умудрился это все потерять? Отлично, остался еще один сапог и шлем. А может вместо шлема цилиндр? А, нет. О, еще этажи появились, офигеть. Сколько их тут? А как все хорошо начиналось. Всего один 12-й был. Че у нас на 7-м? Автоматы, кегли, свинья. Есть у меня одна мыслишка. Поехали на 6-й. Здорово, работник. Ты же вроде черепа не любишь, да? Ну вот, держи. Как же я люблю все портить, а? Дружище, только из окна не скинься, ага. А то я за тебя переживаю. Как говорится, маленький, да удаленький и очень страшненький. О, капец, блин, у нас тут потоп. А, погодь, у нас же сверху снеговик был. Старина, подвинься чуть левее. Ага, шиш тебе. Так, может цилиндр воды набрать? Сейчас, конечно, пробнем, главное только цилиндр не испортить. А, не, без толку. Упс, сорян, не спецом. Да я знаю, что тебе шляпа не нужна. Как же тебя водой-то напоить? Ну чё тебе, сложно, что ли, передвинуться вон туда, да и все, и вода бы тебе накапала, и попил бы. Ай. Поехали, короче, на 9-й. Воу, нифига ты здоровый какой. А это чё, у тебя в ноздре копилка, что ли? А чё ты хныкаешь, пятачок, а? Копилочку потерял. Блин, ну такой няшный. Может быть тебе что-нибудь подарить, например, цилиндр, а?
Гляди-ка! О, радостный какой! Ты мне теперь, может, что-нибудь дашь? Так, и что ты мне дашь? Эй, Хрюндель! Дай что-нибудь. Ай, как настоящая свинья поступила. Отобрала у меня цилиндр и ничего не дала. Ой, все, короче, я поехал.